Боже, милостив, будь ко мне грешному. Ты создал меня, Господи, Ты и помилуй меня. Невозможно сосчитать грехи мои, но помилуй меня, Господи, и прости меня, грешника. Нам, людям, всегда следует восхвалять и прославлять Тебя, Богородицу, родившую Бога, всегда блаженную, не имеющую порока, Матерь Бога нашего, заслуживающего даже большего почитания, чем херувимы, и достойную большего почитания, чем серафимы. Безболезненно родившую Сына Божия, истинную Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господь Иисус Христос, Сын Божий, молитву ради пречистой Твоей Матери, силы честного жертворящего креста и святого ангела моего хранителя и всех ради святых. Помилуй и спаси меня грешного, потому что Ты благ и человеколюбец. Аминь. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде сущий и весь мир наполняющий, источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Восстав после сна, мы припадаем к стопам Твоим благий. И ангельскую песнь возглашаем Тебе, сильный, свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с постели от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой, просвети и сердце, и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица, свят. Свят, свят Ты, Боже, молитвой Богородицы помилуй нас, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет Судья, и деяния каждого обнаружатся, со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвой Богородицы помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Восстав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою, и открою уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему.
Когда я взываю, услыши меня, Боже, правды моей. В тесноте ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи. Знайте, что Господь отделил для себя святаго своего. Господь слышит, когда я призываю его. Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь, приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино и елей умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един ведаешь мне жить в безопасности, един даешь мне жить в безопасности. Услышь, Господи, слова мои. Уразумлей помышления мои, внемли гласу вопля моего. Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобой и буду ожидать. Ибо Ты, Бог, не любящий беззакония, у Тебя не водворится злой. Нечестивые не пребудут пред очами Твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь. Кровожадного и коварного гнушается Господь. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих, уравняй предо мною путь Твой, ибо нет в устах их истины, в сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих. По множеству нечестия их отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им. И будут хвалиться Тобою любящие имя Твое, ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою. Спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех рогов моих. Удалитесь от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля.
Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песнь спаси и, припадая к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть греховной смерти, но жалься надо мною, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобою на молитве, и после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Боже, и спаси меня. Владыка человеколюбчи, став после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения, и спаси меня, и веди в царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец, и источник, и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне, рабу Твоему, прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины с просвещенным сердцем исполнять волю Твою, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержитель, Божий, сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесные живущие, озирающие долы земные, наблюдающие сердца и помыслы, и ясно ведающий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст, и прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенной мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий Судья придет со славой воздать каждому по делам Его. Да найдет Он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповеди Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный хранить мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и соделал меня рабом, достойным Своей милости. Аминь.
Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного, несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца, от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, ибо я нищ и слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Сергий и Елена. Елена, Наталья, Владислав, ибо мы усердно к вам прибегаем, как Ольга, как скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего. Ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным. Христианам побеждать врагов и сохраняя силой креста Твоего церковь Твою. Спаси, Господи. И помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей и всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан. Подай им Твои земные и небесные блага, не лиши их милости Твоих. Посети их, укрепи силой Твою, даруй им здравие, спасение души, ибо Ты благ. И любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все и грехи вольные и невольные, даруй им Царствие Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, праотцев, отцов и братьев наших. Там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слова, достойную большей почести, чем Серафимы, и славнейшую, нежели Серахеровимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Боже наш, милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя, и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобою, удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво и добродетельно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми. Дай им здравие, душевное и телесное, успех в трудах. Избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, в молитву Его Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя,
с единородным Твоим Сыном и животворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Боже наш, воззри на детей наших, и ниспошли на них духа премудрости, разума и благочестия, просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели и усвоили изучаемые предметы, употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним и во свое спасение. Потому что Ты источник премудрости, Тебе славу возносим, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, слава Тебе, наш милосердный Бог и Бог. А воочи услыши молитву нашу. Помилуй и прости меня грешного. Тайно и явно в уме помышления, во дни и в ночи, во все дни жизни мои. Великие и малые грехи мои прости. И соблазн, который я подал ими, где я падал и вставал, Господи. Но благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаиваться в спасении. Слава Тебе! Это помощь Духа Твоего Святого, молитва святых. Хвала Тебе! Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за день, в который даровал мне Твою Святую Библию. Веру, страх Божий и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за то, что указал на толкование святых отцов, как на истину. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресвятая Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божья, благодарю Тебя, покроем афором любви Твоей, в скорбях, печалях, в тесных обстоятельствах. Ты помогала мне, спасала от позора, поношения, посрамления, отступничества и измен. Хвала Господу нашему Богу за ходатайство Девы Марии за род человеческий. Дивная заступница, Дева Мария, благодарим Тебя, Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном, добрый мой ангел, благодарю Тебя, столько лет Ты защищал меня от видимых врагов, невидимых злобных духов, которые могли погубить бы сразу. Без покаяния не отпусти из жизни, и в транспорте, и всюду Ты хранил меня. Благодарю Тебя, ангел. И смертный час не покинь, когда душа моя будет разлучаться от тела. И на мытарствах проведи душу мою. И введи ее навеки в вечное Царствие Небесное. Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Иоанн Креститель, научи нас жить и в бедности, быть благочестивыми и довольными, довольствоваться пропитанием и одеждой, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным, довольствуясь и малым, и искать прежде всего Царствие Божие и правды Его. И не бояться начальствующих и правителей грозных, не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать, устоять в верности Богу. Каждому дарует Господь жильем. С
святитель Христов Никола Мирликийский чудотворец. Образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Господи, слава Тебе за святителя Господня Николу, скорый помощник в деле, благодарю Тебя, ибо Ты слышишь молитвы о людях и о животных. Господи Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе, милосердный. Спаси нас, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Святые пророки Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иофавель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Авраам, Исаак, Амос, Наумуса, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Илиагей, Сафоний, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михей. Молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за Святую Библию, за дивных пророков, которые, движимые Духом Святым, изрекли, записали, сохранили эти слова для нас. Исполни Духом Твоим Святым Церковь Твою, дабы день прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас спящими, но чтобы мы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными лея добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы престолу Божию предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, первоверховный Петр и Павел, святые евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн, молите Бога о нас. Господи, умягчи сердца правителей мир, да продлится еще мир. Дай нам еще священника и место для занятий. Определи нашу участь, как Тебе угодно. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Устин Философ, Косма и Дамиан, Андрей Стратилат, Ирон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Афимник и Медийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас. Господи, укрепи сердца наши в слове Твоем, чтобы и малые дети веровали искренно в Тебя. В гонениях и в искушениях не допусти до принятия антихристовых начертаний на чело и на правую руку, чтобы в скорби и печали никто не отошел от Тебя. Святые Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий Египетский, Макарий Александрийский, Антоний, Феодосий, Корнилиев, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский, все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да помилует и спасет Господь нас, да дарует нам жажду исследовать Священные Писания, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Дай нам любовь к Святой Библии. Коснись сердец патриархов, митрополитов, епископов, священников, диаконов, всех, кто является служителями Твоими,
всего народа Твоего, всех молящихся Тебе, Господи Боже наш. Даруй всем духовное рождение свыше и водительство Духом Твоим Святым. Научи нас заботиться о стяжании Духа Твоего Святого. Святые жены и девы, Фёкла, первомученица, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Андриан, Варвара, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескевна и Акила, Андроник и Юния, Киприан и Устина, молите Бога о нас. Даруй, Господи, девам и женам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость, сохрани их от всяческих поруганий, нападений недобрых людей. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Боже, милости будь мне грешнику, создавший меня, Господи, и помилуй меня, без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых Твоих, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Господи, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Говори, Господи, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро, любимый. Аминь. Доброе утро. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Спаси Христос всех. Спаси Христос Бога. С Богом.